мы сегодня купили новые формочки, вот так они выглядят. И мы их уже испробовали. Классные кексы получились с вишенкой внутри. Рецептик мы, конечно, оставим. Я делала кексы. Алина делала кексы под моим чутким руководством, потому что она иногда забывает. Невнимательная. Очень красивая, сейчас попробуем их. Понимать. Здрасте! Наконец-то есть. Мы очень хотели давно формочки для кексов, но я не люблю силиконовые. Я была против силиконовых. А вот такие формы мне нравятся. Кое-кто там требует сладенького. У нас кошка, кстати, очень любит сладкое. Елинка уже приготовила сахарную пудру. Сейчас она будет очень все красиво. Чуть-чуть помочь. Мы смазали форму маслом. В общем, формами я довольна. Очень классно. Я когда даже их мыла, они отталкивали влагу. Давайте разрежем и посмотрим, что внутри. Какая там вишенка. Вишенку мы предварительно обмакивали в муку, чтобы она не потекла и не пустила свой сок. Вот такая красота. Алина, посыпай пудрой. Да, и кстати, хорошо, что мы взяли две формы, потому что, ну, я как чувствовала, что 6 штучек нам, ну, для нашей семьи, ну, никуда. И тратить время одну формочку ставить, потом заливать другую формочку ставить, то есть нерационально. Как раз по ширине духовки вот эти вот две формы стали классно. Ну и 12 кексов. Нам для перекуса хватит. Потому что у нас все большие сладкоежки. И на фигуру, главное, это не влияет. Я тоже сладкоежка. И я. И я сладкоежка, да. Я пошла пить чай. Эй, мы тоже. Мы тоже будем пить чай. Всем спасибо за внимание. Рецептик мы оставляем. Всем пока-пока! Приветик всем! Сегодня занимаюсь нарезкой салата. Салатик для консервирования. С тех огурчиков переростков, что я собирала на даче, и баклажана. Также есть... Также я добавила болгарский перец. Там слой на дне, его не видно. Надо будет перемешать аккуратненько. И буду делать салатик с чесночком. Классический рецепт салата с огурцов делается, конечно, с луком. Ну, у меня много чеснока, и тем более хорошее сочетание будет с баклажанами. Такой пикантный. Так что да, занимаюсь заготовками. Мала убежала к бабушке, поэтому на кухне я одна. Нет у меня помощницы. Да, вот такие вот дела. Буду продолжать готовить. Салатик уже сварился и буду разливать по баночкам. Добавила чеснока.